Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Небесное послание на 6 августа. Сила веры. Ангелы и небеса дальше будут оказывать вам помощь в поддержку на вашем жизненном пути. Вера особенно играет ключевую роль на данном этапе, и поэтому вам необходимо сохранить ее крепость. Вы следуете указаниям своего мудрого сердца, и это обязательно принесет незримые плоды. Вариант решения ситуации, который вы, возможно, сейчас рассматриваете, окажется правильным при условии, что вы будете сохранять свою веру. Ваш неизменный оптимизм привлечет необходимые возможности и поддержку, где вы сможете получить прогресс в развитии ваших событий. Совет. Каждый день перед тем, как отправляться по своим делам, то обязательно просите своего ангела рассеять любые страхи, которые мешают вам двигаться только вперед. И вы обязательно заметите, что ваши убеждения еще больше будут крепчать. И помните, что ваша вера делает все возможное на свете. И в течение всего дня повторяйте такие слова: «У меня есть вера в себя и свои достижения». Вот 7 раз повторяйте вот эти слова, и вы увидите, как вы достигнете намного больше, чем сами ожидаете.